Друзья, сегодня у нас 5 марта. Не знаю, когда ролик залью. Скорее всего, сегодня, но может и нет. Вот. Кто там? Это Фоксбог. Да, кто переживает за песика. Лапа у нас зажила. Я уже думаю, да, Дженка, покажи. Вот, не тут, вот эта лапа. Короче, тут у нас было, ну, разрубано. Сейчас все уже зажило, короче, все нормально. Я всегда вам что говорю, да? У нас же есть там Инстаграм, Фейсбук, все дела. Не знаю, обращает на это кто-нибудь внимание из зрителей? Там есть Фоксбог, так и называется у нас везде. То есть Дмитрий Фоксбог я обычно пишу. Или просто Фоксбог. Вот, поэтому там мы живем чаще, потому что там можно закидывать коротенькие тут же видео, да. А на YouTube мне все-таки насесть, монтировать и так далее. Бегаем. Бегаем. Я уже думал к ветеринару идти, потом смотрю, да все, короче, корочка. Что меня добивается, как у собаки, точно как на собаке заживает. Была такая, как бы, ну, разрез у него, ну, от мочки до кости считаешь, короче. И от когтя до конца. А потом так потихоньку заживал. И вчера так смотрю, черненько, я думал, ну, то и, наверное, еще щель. Оно раз отшелушилось, это была корочка. Все теперь как бы зажило. Но еще нежненькое, поэтому мы сейчас в щадящем режиме только гуляем, чисто по гигиеническим надобностям. Там, погадить, короче. Заходы никакие далеко ходить не будем. Кстати, по поводу Фоксблога, у меня там несколько идей. Вот, ну, пока что их сложно. Надо еще подумать. Хорошо подумать, хочу классный видос сделать, нормально. Вот, пока что такой у нас. Именно блогерский, да, так на спонтанно, с руки, как говорится. У нас сейчас, кстати, температура воздуха где-то около 18 градусов. Клещи уже так, не то что проснулись, они орудуют уже неделю. Блин, как не пройду, капец, они просто жменями снимают со штанов. Вот просто здесь, вот в городе, вот считаешь, вот просто сошли с краешку, все. Вот я туда сейчас, мы и не идем, мы просто так по над краешком, по гигиеническим надобностям натворить дел, короче, сразу сваливаем, потому что, ну, вот просто здесь вот просто кишат, просто их куча полно. Я уже не говорю о том, чтобы балку сходить. Балку я ходил на съемки вот этого обзора, и, блин, я задолбался их снимать, реально. И домой, и все равно принес. Пришел домой, все раздеваюсь, сижу такой, хоп, она по футболке ползет, думаю, вот, блин. Так что будьте внимательны, уже все, особенно Украина, это точно. Поэтому смотрите очень аккуратно сейчас, да, ребятки. Если все-таки любите все равно гулять, то обязательно покупайте разные средства мощные для обработки одежды. Ну и, соответственно, конечно, своих собачек тоже обрабатывайте. Уже давно пора. То есть, кто еще не сделал, давайте, алло, не забывайте, все уже. Клещи не спят и спать не будут. Начался сезон. Ну все, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Всем пока, ставим лайки, как обычно. И подписываемся на канал, если вы еще не сделали. Ну и жмем колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. С весной вас всех. Пока.